своем канале The Dollar Bank. Пройдем с вами сейчас игру. Называется Titanic Blinky. Игра 1991 года. Создана компанией The Pelham Games Ltd. в Великобритании. Жанр игры платформер. В общем, у нас тут главный наш персонаж, такое доброе привидение. На корабле Титаник, я так понимаю. Судя по всему, если по палубе ползают улитки, а главный персонаж привидения, Титаник уже затонул. Но как не понимаю, не затонул он, потому что он еще на воде. Ну да ладно. В общем, это наше привидение собирает вот эти вот штуки, тоже непонятные. Давайте, наверное, сейчас гляну. Специально не смотрел. Есть ли история какая-то к этой игре? Да, что-то есть. Как обычно, на английском языке. Попробуем перевести и почитать. Блинки, самый острый ведьмак на улице, вернулся в Хелтер. Приключения Скелтера, чтобы спасти мир от злых замыслов. Так, понятно. Сюжет. Председатель нескольких крупных киностудий, владелец. Так, это понятно. Так, ну что ж, игра Titanic Blinky позволяет игроку управлять главным так с помощью джойстика, владеть им так. Ну, соберите объект, так, огонь, активируйте оружие, заморозка. Так, это управление клавишами. Коммодор, в общем, нема, друзья, ничего здесь такого. Описания нет никакого к игре. Жаль. Ладно, бог с ним. В общем, друзья, собираем вот такие улитки желтые. Наше доброе привидение умеет стрелять. Как вы уже поняли. Но почему-то улитки не умирают от наших пулек. Присутствует карта к этой игре. Карта несложная. Хотя она и не нужна, эта карта. Ну, я, в принципе, показываю вам это прохождение, так что карта вам не нужна. Если вы думаете в нее играть, в эту игру. Единственное, надо собрать все вот эти желтые штучки. Вот мы только что включили какую-то штуку, и внизу с левой стороны загорелось желтый квадратик. Для чего это, черт его знает. Я туда случайно прыгнул. Как-то так. Да, там еще есть такой небольшой квест к этой игре. Ну, посмотрите сами. Сейчас все увидите. Сейчас мы здесь попрыгаем по платформам. И потом нам надо будет прыгнуть в воду. Игра очень короткая. Занимает немного времени. Ну, как бы, если знаешь, что делать.
Вот мы здесь собираем вот это пропеллер, яблоко какое-то красное. Да, иногда попадаешь в вот эти штуки, появляется бомба, которая взрывается. И если мы попадем на нее, мы можем потерять энергию. Внизу у нас посередине энергия, которая заканчивается, заработанные очки и жизни. Вот это стоит наш капитан. Задницей к нам. Хороший капитан. Так, сейчас мы будем прыгать в воду. Прыгая в воду. В общем, я так понимаю, что то, что мы все там сделали на палубе, это все для того, чтобы мы могли сейчас плавать под водой. Да, вот такое чу из привидений, короче, ряб в скафандре. Это да, это ж нечто. Так, рыбы тут тоже. Скорее всего, что это рыба фугу. Надутая такая, щеки надутые у рыбы. Тут мы тоже под водой собираем все эти предметы. И когда мы сейчас поднимемся по якорной цепи обратно на палубу корабля, вернее, как не на палубу, мы попадем там, где кушает коку. Коку на кухню. Там надо будет сделать кое-какой квест с переключателями. Ну, сейчас все увидите. И в конце концов мы побеждаем там одного кренделя, и на этом игра заканчивается. Ну а пока мы плаваем, собираем все предметы, которые нам надо собрать. Так, вот якорь. И по нему мы сейчас поднимемся вверх. Ну, не сейчас. Сейчас мы проплывем еще немного правее. Да, чтобы забрать вот эту штуку. И вот так вот мы поднимаемся вверх. И здесь мы выходим. Вот эта комната. И вот в таком вот положении нам надо все вот эти переключатели включить, стать напротив вот этого рычажка, и тогда пушка выстреливает, или что это выстреливает, вот, и оно попадает в нас, мы попадаем на кухню. Там он на плите что-то варится. Тут висят вилки, ложки, ножи. Мы тут все собрали. Ну, в общем, вот такой платформер, друзья, интересный. Интересный и красивый. Так, тут нам надо сейчас пройти на самый край, в левую сторону, чтобы обратно вернуться в ту комнату, там, где мы делали квест. Вот к этому рычажку мы подходим и попадаем обратно в эту комнату. Так, попали в вот такую комнату.
Здесь мы собираем туалетная бумага, что это непонятно. Ну, в принципе, тут мы собираем все вот эти предметы и обратно возвращаемся туда, в первоначальную комнату. Так, попрыгаем по диванам. Так, и сейчас мы сделаем комбинацию последний раз. И попадаем в комнату с этим кренделем, которого нам надо замочить. Вот он. В общем, друзья, мы сейчас мы его замочим. Это конец игры. Я, как всегда, с вами прощаюсь, но не до конца. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь. Пока.